Инвесторам предложили построить 5 спортивных комплексов в Уфе. Бюджет проектов варьируется от 100 до 850 миллионов рублей. Бизнес-кейс разработала корпорация развития региона. Но вот реализовывать проекты предлагается по концессии. Договор рассчитан на 49 лет. Участки, на которых разместят комплексы, принадлежат мэрии. Но вот их передадут инвесторам в аренду. До 30% тренировочного времени в будущих ФОКах будет предоставлено городским властям бесплатно. Ну и самый масштабный проект – это строительство спортивного комплекса в Ленинском районе. В нем предполагается разместить скалодром, теннисные, футбольные, волейбольные площадки, ну а также тренажерный зал. Общая площадь объекта составит 12 тысяч квадратных метров, но и проект может окупиться за 12,5 лет. Чистая прибыль инвестора за время реализации концессии может превысить 3 миллиарда рублей. Среди населения возрастает спрос на занятия спортом. Наблюдается тренд на ведение здорового образа жизни. Соответственно, растет и потребность в спортивных объектах. Инвестиции в это направление могут быстро окупиться. Кроме того, инвесторы смогут получить ряд важных мер господдержки, в числе которых включение проекта в перечень приоритетных инвестпроектов Башкортостана с предоставлением инвестиционного налогового вычета. Ну вот еще один бизнес-кейс – строительство спортивного комплекса в Инорсе за 400 миллионов. Площадь объекта составит 5,5 тысяч квадратов. В нем предлагают оборудовать беговые дорожки, секторы для прыжков и метания ядра, ну а также тренажерный зал. Срок окупаемости проекта составит примерно 13 лет. Ну а чистая прибыль инвестора за период реализации концессии может достигнуть 3,5 миллиардов. Самый бюджетный из предложенных вариантов – это строительство ФОКа рядом с остановкой «Монумент Дружбы». Его площадь составит 900 квадратных метров. Ну и здесь разместят скалодром, корт для бадминтона и тренажерный зал. Проект может окупиться за 10 лет.